Первый день поста называют первым спасом или медовым, поэтому на службу православные приходят с водой и медом. Этот пост установлен в честь Божьей Матери и по строгости приближается к Великому посту. В церкви сегодняшний день соединился с воспоминанием 988 года. Этот день в русской истории считается памятным, как день крещения Руси великим святым князем Владимиром. По традиции на середину храма выносят крест, а уже после литургии совершается обряд освящения воды и меда. В прежние времена с крестом ходили к рекам и озерам. После водосвятия радовались обилию меда, пекли пироги и угощали всех окружающих. Медовый спас считается большим праздником. Мы освящаем этот мед, потому что, наверное, уже пчелки потрудились. Как самое благородное творение Божье – это пчела, которая трудится. И нам нужно поучиться у этих пчел, как трудиться. Неусыпно трудятся пчелки, и никто ни на кого не ропщет, никто никому не завидует. А это творение Божье, вот и мы тоже, как творение Божье, должны также, дорогие братья и сестры, трудиться, молиться. Успенский пост продлится только 2 недели, а завершится праздником Успения Богородицы 28 августа. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.